Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о приватизации. С очередной инициативой выступил представитель от партии КПРФ. С целью недопущения социальной напряженности, которая может быть усугублена существующей экономической ситуацией в стране, предлагается ввести бессрочный мораторий на приватизацию жилых помещений. Необходимость реализации такой меры авторы законодательной инициативы связывают с тем, что значительная часть граждан, занимающих жилые помещения в аварийном и ветхом жилье и ожидающих расселения, уже через месяц лишатся возможности воспользоваться своим правом на бесплатную приватизацию. Таким правом не смогут воспользоваться и граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые получат жилье после 1 марта 2015 года. Таким образом, граждане будут поставлены в неравное положение с гражданами, получившими и приватизировавшими жилье до указанной даты, подчеркивают парламентарии. Напомним, что на рассмотрении Госдумы также находится законопроект, предлагающий продлить процесс приватизации жилищного фонда для отдельных категорий граждан, а именно граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2015 года, которым не было предоставлено помещение и не заключен договор социального займа. Граждан, имеющих право на бесплатную приватизацию, но не реализовавших его в установленные сроки по уважительным причинам. Также несколько законопроектов касаются продления сроков приватизации служебного жилья.